Добрый день, с вами компания «Автомобили». Меня зовут Михаил Дыгданов, я руководитель компании. И сегодня я вам проведу небольшую экскурсию по одному из наших офисов на Московском шоссе, где располагается грузовая и спецтехника. Добро пожаловать в наш офис. Мы находимся на первом этаже. Это офис продаж. Здесь располагаются наши менеджеры. Сейчас на месте Дмитрий и Алена, специалист кредитно-страхового отдела. Не будем ей мешать работать. У Алены вы можете оформить любой вид страхования, ОСАГО, КАСКО, и получить консультацию по кредиту или лизингу. На месте у нас Светлана. Светлана координирует всех посетителей и сотрудников компании, встречает всех клиентов. В этом помещении у нас находится кабинет руководителя отдела продаж. Денис Валерьевич как раз на месте. Здесь можно провести переговоры, это помещение изолировано, не помешает никакой шум с улицы. И в то же время, находясь в этом кабинете, видно всех посетителей, кто у нас на гостевой парковке. Мы видим всех сотрудников, всех клиентов. И также из этого кабинета можно наблюдать, что происходит на оформлении, где находится специалист по договорной работе. Мы сейчас туда как раз пройдем. В этом помещении находится наш специалист по оформлению документов Ольга. По совместительству это же и бухгалтер. В этом помещении можно оформить договор купли-продажи, ознакомиться со всеми документами не спеша, с технической документацией на автомобиль. Здесь же у нас находится расчетно-кассовый узел. Здесь можно комфортно, спокойно проверить, оплатить. Весь узел сертифицирован по банковским стандартам. Все расчеты в нашей компании надежные и безопасные. Желаем Ольге побольше оформлений и побольше расчетов в кассовом узле. А сейчас мы пойдем с вами дальше в клиентскую зону. Те клиенты, которые уже посмотрели автомобиль или ждут оформления, располагаются у нас вот в этой клиентской зоне. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, кофе. Можно комфортно подождать, посмотреть, что происходит с техникой. Комфортно располагается практически 10 посетителей. Дальше мы пойдем с вами по всем помещениям этого офиса и расскажу, для каких целей они предназначены. Ну и самое главное помещение, с которого надо смотреть культурный уровень организации, это санузел. В нашем люкс-санузле играет легкая музыка, чистота и порядок. Пойдемте с вами по другим помещениям. Наши посетители и клиенты, пообщавшись с менеджерами, через офис продаж могут попасть на торгово-выставочную площадку, где находится непосредственно техника. Любой клиент обязательно сопровождается нашим сотрудником. Здесь у нас есть в случае дождя наши фирменные зонты, поэтому все должно быть максимально комфортно. На втором этаже расположены технические помещения, помещения наших партнеров. И первый офис, который здесь находится, это мой офис. На каждом офисе продаж, на каждом нашем филиале у меня есть свой кабинет. Из этого кабинета удобно видно и гостевую парковку, кто из клиентов сейчас у нас на территории, площадку с товарными автомобилями. Немножечко хотел сказать о инженерии, то есть у нас здесь центральное кондиционирование, полы с подогревом, все предназначено для комфортной, эффективной работы. В этом кабинете можно провести также какие-то переговоры, когда я нахожусь в этом офисе, на этом филиале, я работаю в этом кабинете. Пойдемте с вами дальше. Здесь у нас есть второй свет, для офисных помещений это создает дополнительный объем, дополнительное пространство. Несмотря на то, что по площади помещение компактное, вы не ощущаете, что вы находитесь в какой-то коробке. Также видно работу нашего отдела продаж. Здесь у нас располагается еще один кабинет. Он комбинированный, то есть здесь можно как проводить переговоры с партнерами, с клиентами, проводить какие-то небольшие мастер-классы или обучение, что мы делаем регулярно. Это легко скомплектовать этот кабинет на 10-15 человек.
Дальше находятся кабинеты наших партнеров. В этом офисе расположен ярославский филиал группы компаний «Профессионал», торговый дом «Профессионал», «РМТРЭКС». Это производитель, российский производитель спецтехники, экскаваторов-погрузчиков и фронтальных погрузчиков. Мы очень успешно с ними сотрудничаем. Также группа компаний «Профессионал» занимается производством ковшей в городе Иваново. Далее располагается офис компании «Техстройконтракт». Мы сейчас к ним заглянем. «Техстройконтракт» – это один из крупнейших поставщиков в России новой спецтехники. 90 филиалов в России имеет эта компания. Здесь находится ярославский филиал. Поставки техники осуществляются производители Hyundai. Вот здесь мы видим Александр, добрый день. И Шанту. Это фронтальные погрузчики, дорожно-строительная техника. В наличии у компании «Техстройконтакт» в России на складах находится на данный момент более 2500 единиц техники. Не будем мешать коллегам, пойдемте с вами дальше. Давайте с вами пройдем дальше. Здесь у нас располагается электронное сердце любого офиса. Мы заглянем сюда. Это серверный узел. Здесь все коммуникации, телефонии, интернет. Наверное, мы даже можем увидеть любой офис и все происходящее в любом месте нашей компании, в любом кабинете. Как видите, у нас все кабинеты оборудованы системой контроля доступа. Здесь у нас находится еще одно универсальное помещение. На самом деле, при необходимости оно модернизируется либо в большую переговорную, либо в большой кабинет для проведения обучения. Как видите, здесь есть флипчарт, значит, что-то происходило недавно. Плюс это помещение может делиться, либо объединяться на одно общее для проведения большого мероприятия. В рабочие будни здесь находится место приема пищи, где можно отдохнуть, перекусить всем сотрудникам офиса. Давайте посмотрим, что дальше еще скрывает наш офис. Мы проходим из нашей кухни-столовой в технические помещения. Здесь у нас располагается мужская и женская раздевалка. Здесь также все оборудовано для комфортной работы сотрудников. Каждый сотрудник имеет свой индивидуальный шкафчик. Здесь же расположена санузел и душевая кабина. Все предназначено для того, чтобы работать результативно и продуктивно. Мы с вами посмотрели часть помещений, увидели, что у нас есть еще свободное помещение. Мы рады всегда видеть партнеров, производителей, продавцов техники на нашей территории, постоянно действующей как выставочная площадка. Если вам понравился наш офис, вы можете не только в качестве клиента, но и нашего потенциального сотрудника посетить этот офис, посмотреть экскурсию, пообщаться с нашими сотрудниками. Мы всегда рады видеть вас в нашей команде. С вами был Михаил Дегданов, компания «Автомобили». Рады видеть наших клиентов в любой день недели без выходных. Мы готовы вам устроить экскурсию в любое время. До новых встреч!